Всем привет, это Игорь Адырюк, и сегодня мы слушаем и сравниваем вот такие два классных баса. Fujigen серия Mighty Jazz, а также Yamaha BB734A. Маленькое отступление, почему не было обзора в это воскресенье? Все довольно просто, у меня закончилось место на компьютере, я решил его почистить и, конечно же, удалил отрендеренный файл. Бывает, да. Внизу в комментариях напиши, какой бас тебе понравился больше всего и почему. Также подпишись на мой YouTube канал. 1000 подписчиков до Нового года – это будет самый лучший подарок для меня. Спасибо. Всю подробную информацию про эти бас-гитары, из какого дерева, какие датчики, что, куда, как, я оставлю внизу в описании этого видео. Там будет ссылочка на музыкальный магазин Jam, где есть вся подробная информация по этим бас-гитарам. Также я делал детальный обзор на вот этот Fujigen. Здесь будет всплывашка, посмотрите, перейдите по ссылочке, посмотрите обязательно, интересно ваше мнение. А также я записывал короткий тест, EQ-тест, правда это была пятиструнная модель, но та же самая серия, BB735. Также подписывайтесь на мою Patreon страницу, там уже достаточно много контента относительно бас-гитары. Упражнения, ноты к ним, разные стили, вне зависимости от вашего уровня игры, каждый найдет чем себя занять там. Материала действительно очень много, и я усердно работаю над его продолжением. Thank you.
Bye.